И всем привет, дорогие друзья, с вами Влав, и сегодня я покажу аж три магазина в Майнкрафте на командных блоках. Итак, давайте перейдем к самому вот этому вот простому. Итак, у меня есть тут событие с названием Money, которое у меня считает, сколько железной руды я скопал. Дальше оно вводится на экран, и дальше в этом событии мне ставится 100 очков, чтобы я полдня не копал ту железную руду. Итак, самый первый мой вот этот вот магазин. Первый командный блок тестирует у меня, например, 5 очков. Минимум 5 очков в событии Money. И если все будет правильно, то мне дается железный слиток в количестве 5 штук, ну или ближайшему существу. Может даже вот так написать, ближайшему существу в радиусе одного блока, чтобы, ну как хотите, напишите, готово. Потом у меня относительно того, у кого в событии Money 5 очков, забирается у ближайших существ в Money 5 очков. И так вот, когда мы нажимаем, у нас 95 очков, и нам далось 5 слитков железа. Если у меня будет в этом событии 1 очко, оно у меня попросту не будет. Ничего не случилось. Итак, давайте посмотрим дальше. Следующий магазин вот такой вот. Получается, я нажимаю, мне дается один изумруд и забирается 5 очков. Итак, первый командный блок у меня тестирует в событии Money 5, минимум 5 очков. Если тест пройдет правильно, он передает сигнал на это командный блок, который на свое же место ставит Redstone пыль, которая передает сигнал дальше на репитер, и репитер активирует следующие командные блоки. Первый командный блок убирает у меня в событии Money 5 очков, второй командный блок дает Эмеральд, третий командный блок для обновки механизма, чтобы у меня перестало теститься очки, так как замыкания у меня нет, то у меня попросту, чтобы перезапустить механизм. У меня ставится заново, обновляется вот этот командный блок первый, чтобы тестить у меня очки. И так дальше. И также, поскольку на вот этом вот месте вот этого вот командного блока стоит Redstone пыль, поэтому мы его тоже обновляем и ставим его заново. Демонстрируем опять, только уже сбоку, чтобы вы увидели. Так, вот нажимаем. Как вы видели, на том командном блоке действительно появилась наша Redstone пыль. Нажимаем еще раз. И вот тут. Вот так оно все и происходит. Мы не замечаем, но на самом деле этот блок обновляется. Сейчас покажу, что будет, если он попросту не будет обновляться. Если этих командных блоков не будет, то у меня не будет, во-первых, от обновки механизма, то есть я его обновил, у меня затестились очки и все. А дальше обновить у меня его не получается. Ну и определенно вот этот вот командный блок, который тут стоял, чтобы заменить Redstone пыль. Так, давайте. И теперь давайте уже обновим. Можно также вот так поставить на более высокую задержку. Ну и вот так получится, я получил 7 изумрудов, и у меня 45 очков забралось. Конечно, что-то нечестно, у меня было вроде 100. Не, все работает точно. Теперь давайте тут тоже проверим, что будет, если у меня будет 1 очко в событии. Если у меня будет 1 очко события, оно опять же теститься не будет. А дальше мой любимый магазин.
не на очках, на предметах. Мне просто очень нравится, когда на сервере есть магазины на предметах. И так, давайте вот я покажу вам, как он действует. Вы берете 100 камня и кладете его в любой из этих слотов в количестве 64 штук. И нажимаете на кнопку, и вам дается снег. Ну тут понятно, блок вы можете поменять. И не делайте вот так вот. Не ложите, понятное дело, сюда аж 2 стака. Потому что вам просто дастся один снег, и вы просто просрете еще 1 стак камней. Итак, давайте посмотрим. Первый командный блок у нас это тест-ворд-блок на координатах хоппера, ну, воронки. Это его позиция 8. И тестируется Minecraft Stone в количестве 64 штук. Если тест пройдет успешно, передается сигнал на компаратор, он передает сигнал на репитер, который определенно активирует следующие командные блоки. Дает мне снег. И еще вот тут самое важное. Изменяется интерфейс этого блока. То есть, смотрите, если этого командного блока вот не будет, сейчас я его уберу. И последний командный блок просто, опять же, обновляет наш механизм. Я вам уже показывал, для чего обновка механизма. И вот уберем, например, вот отсюда вот этот вот командный блок с блокдатой. И давайте посмотрим, что будет. Нажимаем. Еще раз нажимаем. Да, нам вот, видите, дался снег, я просто не заметил. Но камень все-таки остался, и так можно просто его тупо фармить. И поэтому блокдата, она, можно сказать, очищает наш интерфейс нашей воронки. Вот, теперь нажмем. Вот тут у нас есть камень, теперь нажмем. Нам дался еще один снег, и уже камня нет. Самое дивное, что туда просто ложится на самом деле предмет в слот 0 с ID 8. Я сам был в шоке, когда узнал, что предметов с ID 8, можно сказать, не существует. Вот смотрите, есть предмет с шестым ID, есть, ну тут есть типы, есть седьмым ID уже. Смотрите, вот 6, 7, и сразу идет 12-й блок. То есть нету 8, 9, 10 и 11 блока в Майнкрафте. Также можно еще одну такую закономерность поймать. Давайте посмотрим, например. Опять же, вот, железный блок 42, а каменная плита 44. Опять же, вот верстак и печь. Ну, такой уж Майнкрафт. Ну, вот это все три магазина. Самый простой из них это вот этот вот. Самый непрактичный из них это вот этот вот. Почему? Потому что он исполняет точно такую же функцию, как вот этот вот самый простой, только он чуть-чуть посложнее. И самый мой любимый это вот такой вот механизм на предметах. Я люблю механизмы на предметах. Я очень рад, когда они есть на сервере. Я один раз такой сервер повстречал. На самом деле, всем удачи, всем пока.